На канале «Домашний» состоится премьера четырехсерийного мелодраматического сериала «Таисия». Сюжет сериала расскажет про Таисию, которая живет в поселке, затерянном среди непроходимых лесов и совершенно оторванном от цивилизации. В поселке почти нет жителей, отсутствует мобильная связь, а единственную дорогу, связывающую поселок с городом, периодически размывает, и тогда по ней невозможно проехать. Таисия – сирота. Единственный человек, к которому она может обратиться за советом, это пожилая соседка Василиса. У девушки есть поклонник, местный хулиган и браконьер Вадим, который недавно вышел из тюрьмы. Она не испытывает к нему ни малейшей симпатии, но в такой глуши защитить Таисию от его ухаживаний просто некому. Но все меняется, когда в поселок приезжает племянник Василисы, молодой таинственный художник Сергей. Главные роли в сериале исполнят Евгения Нохайна, Дмитрий Белякин, Алексей Зубков и Анна Козючец. Премьера четырехсерийного сериала состоится 7 мая на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.